Звездопады декабря. До Нового года можно будет увидеть два звездных дождя. Ближайший начнется послезавтра, 13 декабря. Это Геминиды из созвездия Близнецов. Наши Геминиды, они расположены достаточно высоко, вот в районе 12 часов ночи, они практически кульминируют, то есть находятся на максимальной высоте над горизонтом. И на территории Приднестровья эти потоки будут видны очень хорошо. Еще один метеорный поток – Урсиды. Пик звездопада придется на самые длинные ночи года. Это в 20-х числах декабря. Курс на Малую Медведицу.